друзья, продолжаем наши прогулочки по этому городу Фано. Фано. Находимся в Италии. Пойдем сюда. Смотрим, что тут у нас наблюдается. То ли тюрьма какая-то, то ли крепость бывшая. Еще роса на траве до сих пор. Сейчас где-то часов. 7 утра у нас, максимум 8. Пахнет травой, цветами, настоящим летом. Тут все закрыто. Странно, что у них тут нет этих туристических каких-нибудь прогулок. Ничего такого в этом роде. В общем, неизвестный замок, неизвестная крепость. В любом случае, она в этом городе одна. Зато какой вид здесь открывается у нас сверху. А, тут железная дорога проходит, оказывается. Тут, во-первых, железная дорога, во-вторых, вот стена идет. Вид сверху. Гуляемся по набережной этой, по набережной, говорю, по этой стеночке. Так, вон с той стороны у нас море. Точно. Значит, набережная там находится. А вон там тоже вся сторона с морем идет. И очень много школ. Смотрите. Все же
жарче и жарче становится. Еще вроде утро, но уже чувствуется, что сегодня день будет очень жаркий. Уже становится жарко. Так, а вот эта дорога, скорее всего, у нас ведет в центр города, я так думаю. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что тут. Мне кажется, здесь тоже какой-то то ли центр, то ли площадь. Поднимаемся. Сейчас будут открываться все рынки, магазины, кафешки, рестораны. Точнее, они уже, я думаю, открываются, уже открыты даже. Восемь часов шесть минут. Город потихоньку оживает. Центр эстетики «Роза». Это маленькая площадь с магазинами. Рынок, видите, с утра. Здесь очень много зелени. Цены не написаны. А, хотя нет, это написано. 5 евро, 4 евро, 3,50. 3 евро, 4 евро. Боджон. Рими. Да, кстати, здесь цены не дешевле, чем в магазинах, потому что даже в тех же магазинах, ну, насколько я заметил, цены, хотя примерно так же. Помидоры, допустим, помидоры стоят... А, нет, вот и по 1 евро есть. Видите, в общем, разные у них. И такие есть, и по евро есть. И... разные такие. Разные цены, разные сорта. Но должен признаться, здесь некоторые помидоры сорта вообще настолько они вкусные, их можно... просто берешь и ешь. Без этого, без ничего, просто помидоры сидишь и кушаешь, настолько сочные, вкусные. Вот примерные цены.
бананы 1,5 евро, персики 1,30 евро. Такие вот дела. Так, что ж, пока буду выключаться. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния. Находимся в городе Фанно в Италии.